Кировский Артем Валерьевич. Мне 35 лет. Работаю капитаном вот на буксире «Комсомолец Вологды». Сутки может накидать две баржи, если все удачно с подвозкой и как бы совсем ничего не ломается. Все проходит довольно-таки быстро. Вахты вот 20 дней я на теплоходе, 10 дней дома отдыхаю. Как бы каждый месяц так. А внутри рабочего дня? 6 через 6. 6 часов, то есть я стою за штурвалом, по вахте. 6 часов свободного времени. Сходил вот после вахты душ, там посидел, покушал, то все там, не знаю. Поговорил, пришел, времени особо немного, как кажется. Выбуксировываю, чалю и вперед. Студенты приходят после второго курса, проходят ознакомительную практику. Ну, приборки, все привлекаем к швартовым операциям, чтобы на следующий год он уже придет, возможно, сюда же на теплоход мотористом работать. Ну, как бы, чтобы уже был толк в нем. Это дом. Считай, что. Потому что здесь полгода сидя работаем. Вот, по-моему, больше не хочется, чем дома. На берегу как бы и там было хорошо, но как бы все равно, выходя на речку, видя, как идут пароходы, как бы все равно в душе что-то такое. Но видно, что это было мое, и как бы я хочу обратно. Коммуникация, это не с нас это началось, уже давно это был сплав, и довольно коммуникация в большем объеме, чем это происходит сейчас. Как бы, не знаю, это не мы такие, страна такая, жизнь такая. Мы не везем за границу, там, как, мы везем к себе, вот, а там дальше уже не наша работа. То есть не на нас ответственность. Привыкаешь здесь к этому ритму, к шуму двигателя, там еще что-то, винты шумят, то все, вот, чайки. Ну, только когда приезжаешь домой, его уже как бы там не хватает. В тишине уже как-то засыпать в мягкой кровати. Ну, кровати здесь мягкие, но вот эта тишина как бы уже... Хавра, Грэг, Комсомолец, Вологды. Доброй ночи. Доброй ночи, отмечайте, проходим вниз. Бывает мелко, что стоим, ждем, когда прокопаешь, что вообще пройти. Вот сейчас мы идем, у нас баржи нагружены на осадку 140, а там дают, ну, 180. Даже при таких уровнях мы видим, что там 180 нет. Потому что когда идешь, видно, что мут летит там из-под винтов, и как бы поэтому с запасом мы грузим побольше. Как-то так. В принципе, в 90-е годы как бы я судоходство не видел, не застал, но говорят, что оно все-таки было больше. Но как я пришел, так, в принципе, меньше не стало теплоход. Без запретов и цензуры. Подпишись на телеграм-канал «Настоящего времени» и будь в курсе последних новостей и важных событий.